привет! Сейчас проходят события мирового масштаба Евро-2016, и мы просто обязаны принимать в этом участие. Поэтому для тех, кто не очень разбирается в футболе, я буду рассказывать о правилах и терминологии этой игры. Слушай, ну какой там пенальти был? Я же вообще не в штрафной фалил. И сейчас мы узнаем, что такое пенальти. Но сперва поговорим об этом с запорожцами. Пенальти – это когда что-то идет не по плану, и судья говорит, будет снуть мяч с определенного расстояния и попасть в свой рот. Это 11-метровый удар в футболе. Когда нарушили правила в какой-то зоне, начинают бить по воротам мяч. Пенальти – это когда без защиты становится один нападающий и вратарь, и нападающий бьет по воротам с небольшой дистанции, скажем так. Пенальти – это когда вратарь стоит, и мяч возле него близко, и там такой человек, он бежит и хочет, ну, пытается гол забить вратарь. Удар по воротам сейчас с 11 метров, как бы штрафной. Это штрафной удар в ворота противника. Пенальти – это как штрафной удар, только пенальти с 15 метров вроде бы. С 11. И бьет один игрок, но команда не должна мешать, то есть получается только голкипер и тот, который бьет мяч. Пенальти – это специально назначенный удар по воротам, защищаемый только вратарем с расстояния 11 метров. 11-метровый удар назначается в случае, когда игрок совершает в пределах своей штрафной площади любое из нарушений, наказуемых штрафным ударом, и мяч при этом находится в игре. Гол, забитый непосредственно с 11-метрового удара, засчитывается. Серия этих ударов также назначается в матчах плей-офф в случаях, когда победитель не определен в основное и дополнительное время. Честно признаюсь, я сама не очень разбираюсь в футболе, но мы будем вместе учить новые слова о футболе каждый день, чтобы активно поддерживать нашу сборную и смотреть Евро-2016. Ну а сейчас, ребят, давайте, я тоже буду. Давай, садись. Опля.